Доброе утро. На дворе у нас 5 ноября. И мы снова приехали на такие красивые холмы посмотреть остатки роскоши, польские грибы. Посмотрите, какие они сейчас попадаются. Я уже нашла несколько штук. И продолжаю находить вот такие после заморозка, не побитые морозом, крепенькие. Смотрите, на ножках каких толстых. Вот еще один под корягой. Малыш свежий, отличный. И вот здесь под сосной еще один сидит. Красота. Грибочки-то еще есть. Вот такая у нас разведка. Ходим дальше. Несколько шагов. Я обнаружила еще одного. Смотрите. Что-то свежие лезут. Не битые морозом. Красивые беленькие. Смотрю еще. Парочку нашла. Кустом можжевельника. И уже вижу третий. Хорошие. Берем. Разворачиваюсь сюда. Ага. Нет, это не третий. Это какая-то поганка. Я увидела вот этого старика. Вот. Он уже не пережил заморозок, но вот веду камеру рядом. Еще один растет. Посмотрим на этих холмах. Что-то осталось. Вот у меня еще три штуки нашлось на пригорке. Один. Второй молоденький. И два шага делаю. Третий. Находим, да, еще находим молодые. Забралась на очередную горку. И здесь также малыши меня встречают. Ой, у меня один. Четыре. Класс. У Руслана четыре. У нас уже пол корзинки есть. Что приятно, что лезут свежие. Конечно, я думаю, что на днях у нас это грибное счастье закончится, потому что стабильный минус по прогнозам. И все перемерзнет. Также попадаются здесь на холмах гиграфоры. Мы их пока не берем. Хотим набрать корзину польских. Успеть до темна. Ну, а с гиграфорами как получится. Я уже немного взяла себе дома.
заготовила. Ну, вот еще один поляк, но уже мышки-белочки до нас его обглодали. Оставим его сушиться. Может, зверью пригодится зимой. Идем дальше. Только выключила видео и попался очередной малыш свежий с беленьким подшляпием. Посмотрю еще вокруг. Лисички, сестрички. Тоже молодые лезут, но вот никак не хотят грибы. Сезон заканчивается. Беру. Ой, аромат от них достала и запах пошел. Чудесный. Конечно, уже нет польских, поэтому я так единичные нахожу. А тут, видите, срослись три. Маленький высох. Второй тут спрятался под шляпкой большого. Он тоже нормальный. Большой нормальный возьму. Вот еще один стоит. Ага. Возьмем, посмотрим. Не совсем уже, конечно, первой свежести. Нашлась еще парочка у меня. Красавчик. Свеженький. Так, один. Второй. Такой же. Ага. И иду чуть-чуть вперед. А здесь сидит. Угу. Достану сейчас его. А, ну. Этот немножко уже подпорченный. Он три на одной точке. Попадается еще. Но они поедены все, я даже не трогаю. Да? Вот у нас чудеса маскировки. Прикрылся веточками, листиками. Ой, какой он классный! Свежак. Сейчас я его надрежу. Чуть-чуть нога подморозилась, но чисто. Это я вырежу. Отлично. Маскировщик. В траве. Хороший. Сейчас его обрежу. А тут мне по дороге попался еще один. Я его там отметила палочкой. Палочкой. Ага, вот. Здесь. Потрескался немного. Староват. Угу. Но я его посмотрю. А вот здесь возле корзины. Корзина у меня полная уже. Еще один. О, вот этот свежак. Супер. Вот этот супер. И малыши лезут. Совсем молоденькие. Как им хорошо по такой погоде. Тепло сегодня. По лесу ходить. Сплошное удовольствие собирать таких кнопочек. Необычно мне попалось. Тут какие-то грибы-кровопийцы. Честно говоря, я такого не видела и не знаю, что это. И он не один такой. Вот еще чудище сидит. Может быть, кто-то знает, что это. Подскажете. Нашли мы тут еще незаснувшего жучка. Посмотрите. Куда ползет?
бодренький еще. Тебе спать пора, дружочек? Ага. Спрятался от меня. Я муж сорвал, не понял, оказался черный грусть. Смотрите. Не червивый. Вот это вообще чудо, 5 ноября. Сейчас еще посмотрим, может, еще найдем несколько штук. Мы чуть-чуть переехали. Опа. А тут сидят. Еще. Голову снесла. Вот еще один. Ну, этот крупный. Сейчас на него посмотрим. Он уже староват. Вот такой попался мне. Красавчик. Под сосной берем. Вот тут у меня, смотрите, оп, спрятался красивый. Ага. Вот, в паре шагов от предыдущего я нашла еще два. Вот, хорошо, как кучненько. Еще бы сейчас здесь осмотреться. Вот такую парочку сросшихся. Так, и два шага делаю. Третий. Бочонок. Супер. Еще поворачиваюсь. И четвертый. Четыре штучки. Буду еще смотреть сейчас. Друзья, ну вот мы и закончили нашу дикую охоту 5 ноября 2021 года. Собирали вот такие шикарные польские грибы. В сумерках уже сейчас снимаю результат. А результат у нас две корзины. Сегодня в лесу была шикарная погода. Хоть и солнышка не было, но было тепло. Ходить в одно удовольствие. Попалась нам пара лисичек даже. И вот это вот ноябрьское чудо. Черный грусть. Это понятно. Вот так, да. Такие две корзины у нас. Всем удачи. И отличных результатов на тихой охоте. До новых встреч.